мы всегда стараемся убежать, уехать, улететь как можно дальше, чтобы узнать необычные вещи, открыть новый мир. Но мы часто забываем, что прекрасное, неизведанное, совсем рядом, стоит лишь увидеть. Это река Ея. Здесь потрясающие закаты. От них захватывает дух и переполняет эмоции. Тут нет чувства времени. Воздух невероятно чистый, и мысли становятся чистыми вместе с ним. Ты находишься здесь и сейчас, и нигде больше. Здесь нет привычного комфорта, нет интернета и телефона. На них ты даже не вспоминаешь. Здесь волнами разговаривает река, громко щебечет пернатый и колышется камыш. Природа – лучший художник. Она завораживает, заставляет покорно смотреть на размашистые мазки, рисующие картину ее полного господства. Вокруг все дышит, живет. Это так непривычно, но очень правильно. Тебе хочется кричать, потому что ты наконец-то чувствуешь, и ты кричишь, что вернешься сюда еще, потому что это целый мир, и он открыт для каждого человека.